Посмотрим, что вот здесь вот у нас что-то тоненькое. Это на машину, на Весту. То есть, где ключ, вот это вот кольцо прикрепляется на двойной скотч, как я полагаю. И оно светится в темноте. То есть, флюоресцентная или как-то фосфорная вот эта штучка, она заряжается от света, и потом она светится. То есть, видно, куда сувать ключ. Потому что у Весты с этим как бы проблема. Не видно, куда суется ключ. Устанавливаем вот такую вот прикольную штучку на Весту. Она у нас должна светиться. То есть, она светится как фосфорная, такого зеленого цвета. Очень прикольная штука. Она у нас будет подсвечивать как раз вот это место, где ключ. И будет вроде как светло. Видно, куда его засовывать. Ну, прикольно так. Она такая тяжеленькая, как будто стеклянная. То есть, не пойму, из чего сделано. А, металл, елки-палки. Металл снаружи. Это черный, это металл. Ну, приятно так, весомая такая штучка. Сейчас будем устанавливать. У нее здесь сзади тонкий двухсторонний скотч. Здесь пленочку надо будет отодрать и приклеить. Пленочку сняли. Кольцо это установили. Сейчас выключаем свет и смотрим, как это выглядит. Это вот так вот. То есть, я не знаю, камера не очень передает, но смотрится неплохо. Еще свет из дома мешает, но оно ярко светится, в принципе, довольно-таки. То есть, в машине очень хорошо видно. Вот я сижу, мне вот из-за руля как раз видно, как это кольцо светит вообще. То есть, я вот сейчас реально вижу, где это засовывать ключ. Так что вообще классно. Вот, ну вот сейчас видно, да. Так что я рекомендую вот такую штучку. Она недорогая, там, вместе с доставкой, тут доставка платная. Вместе с доставкой она мне выходит, там, то с небольшим рублей. Вот, и, ну, я считаю, это недорого. То есть, она 70 рублей стоит, и доставка рублей, там, 40, что ли. Рекомендую такую штучку, рекомендую продавца. Ссылочку на вот это кольцо я поставлю у себя в описании ниже видео.